Всем привет и добро пожаловать на канал Play at Home. Наконец-таки, спустя много времени, и я добрался до Callisto Protocol. Игра переносит нас на 300 лет вперед на спутник Юпитера под названием Callisto. Здесь главный герой Джейкоб по воле судьбы оказывается в одном из худших существующих учреждений – тюрьма «Черная жесть». А дальше начинается наше с вами выживание. Прохождение будет идти в формате видео. Желаю всем и каждому приятного просмотра. Шокирующие кадры с Европы. Наглая атака террористической группы «Внешний рубеж» под предводительством печально известной Дэнни Накамура. Ладно, хватит. У нас работа есть. Гар-Каллисто, судно «Аюхарон». Вы пересекли периметр безопасной зоны. Вас понял, ангар. Берем курс к станции «Европа». Хочешь что-то сказать, или так и будешь весь день зажигалкой щелкать? Я смотрел трансляцию. Это наш последний рейс, Макс. Хватит болтовни на эту тему. Тогда что ты от меня хочешь услышать? Быть может, спасибо. Когда мы покончим с этим делом, нам больше не придется работать ни дня. Все это у тебя продумано, я смотрю. Верно? Ну уже, приятель, что это, а? Туда и обратно, с Каллисто на Европу. Все эти меры безопасности. Это спутник, тюрьма, Макс. Они серьезно относятся к безопасности. Что с этими нападениями? Как ты это объяснишь? Внешний рубеж? Они уже полгода наносят удары по разным целям по всему сектору. Желтая тревога в грузовом отсеке. Думаю, ничего страшного. Но все же стоит проверить. Нужно так беспокоиться, понимаешь? Дольше проживешь. Сенсоры левого и правого борта выдают ошибку. Иди проверь их. Даже не удивлен, что именно нас туда отправляют. Ладно, давайте ознакомиться с игрой, знакомиться с управлением и самое главное, ознакомиться с нашим кораблем. Проверить особый груз. Так, сейчас проверим. Ты идешь или как? Иду, конечно, подожди. Открыть дверь. Это самая важная подсказка. Я без нее бы не справился, ты же понимаешь это. Открыть контейнер. Какой? Здесь есть контейнер? Есть контейнер. Так, работа Джейкоба. Взять предмет. Новая автоматическая запись. Джейкоб Ли. Его работа. Значит, у нас есть арсенал. У нас с вами есть личные данные. Джейкоб Ли. Статус в живых. Дата рождения 26.06.2278 год. Пилот грузового судна «Аюхарон». Особое разрешение на вход в патрулируемую зону одобрены. Доступ к охраняемому космическому маршруту между Каллисто и Европой. В личном деле имеется миграционная виза с Земли. Ошибка доступа к дате базе данных «Аюк». Других семейных записей в базе данных «Аюк» не найдено. Личный дневник. Мы пришвартовались в ангаре Каллисто. Не можем покинуть штаб, пока загружают груз. Макс достает меня с этими атаками на Европу. Мы уже делали такую работу. Не знаю, почему его беспокоит это сейчас. Это же просто работа. Лучше держать рот на замке и не высовываться. Угу. Так, у нас какие-то есть еще личные данные? Груз, важные люди? Нет. Походу, у нас пока больше ничего нет. И у нас тут что-то подсвечивается, да? Ладно. Пойдемте дальше смотреть, что у нас здесь имеется. А здесь даже написано «Обнаружен сбой. Внимание».
Знаете, что мне напоминает данный корабль? Прямо даже расположение некоторых секций. Как космический корабль в игре Bridge. Вот прям одинаково. Просто одинаково, да? Но кто играл, кто, может быть, вспомнит, тот поймет. А здесь у нас что? А здесь у нас с вами, ну понятно, туалет и душевая. Даже ультрафиолет. Прикольно. Так, направо или налево? Там мрачный путь, здесь светлый путь. Ну, естественно, мы пойдем по мрачному, да? Игра все-таки некий ужастик, поэтому пойдем... А, понятно, все. Игра не только ужастик, игра еще и, по сути, коридор, поэтому без всяких наших вариантов. Куда надо, туда и отправляемся, да? Единственное, знаете, очень такой интересный момент. Вроде столько разнообразного хлама, а ни с чем пока взаимодействовать мы и не можем. То есть, по сути, идет такое небольшое обучение. Но с лутом, походу, здесь беда. Да уж. Лишь бы не зря сюда спустился. Нужно проверить оставшуюся часть судна. Посадочное устройство. Угу. Но по визуалу, по звуку, слушайте, ну да, прямо приятная атмосфера здесь в этом плане. Прямо погружает. Чертовщина какая-то. С тобой можно взаимодействовать? Нет, с тобой нельзя. Что-то абсолютно все пусто, да? Абсолютно. Ну понятно, да. Идет обучение по управлению, идем по желтым точкам, по маркерам. Это наши основные места, на которых мы должны будем акцентировать внимание. Макс, у нас проблемы. Что такое? Кто-то проник на борт. Черт, конечно, не рубеж? Yeah, мне кажется, да. Ладно, быстро двигай сюда. И осторожно, они могут быть где угодно. Вернуться в рубку. Да мы возвращаемся потихонечку. Здесь даже особо нам никуда и не свернуть. Обыщите трюм. Это должно быть это здесь. А у нас тут незваные гости. Походу, это все их рук дело, да? Так, давай, Джейкоб, пузо втянули. Поглощающее поле еще действует. Это ненадолго. Даже самый маленький проход есть. Что им нужно? Откуда мне знать? Все освещены. Прикольно. Есть что-то? Пока нет. Время почти вышло. Сейчас аккуратненько по стелсу пройдем. Так, игровая подсказка. Бежать быстро. Намек понял. Вот он. Остановите его. Макс, они направляются к мостику. Пусти меня. Что будешь делать? Что должен? Что ты делаешь? Нет, черт! Тревога. Резкая разгерметизация грузового отсека. Держись, я уже иду. А, вот это лють. Осторожно. Тревога. Утечка атмосферы. Да я стараюсь, как могу, блин, поверь мне. Не так-то просто. Тревога. Гасители инерции отключены. Давай, Джейкоб. Корабль в гравитационном поле спутника. Нас затягивает. Ну. Передай мне управление полетом. Передаю управление полетом. Джейкоб, все плохо. Тревога, тревога, тревога. Судно Аюк, Харон. Берем обратный курс на Калист. Запрашиваем разрешение на возврат. Вы его не получите, Харон. Повторный допуск запрещен. Извините, у меня нет выбора. Мы возвращаемся. Усиление антигравы. Они уже на максимум. У нас не получится.
Получится. Осторожно. Держись. Земля близко. Получилось. Говорил же. Говорил же не переживать. Макс? Макс! Держись, приятель. Я иду. Эй, эй! Что же? Джейкоб. Джейкоб. Почему ты? Почему ты не послушал? Эй, эй, ну же! Продолжаю поиск. Охрана тюрьмы «Черная жесть». Вы пилот? Ага. А он? Он погиб. Тогда второй не нужен. Ну что, забираем тебя отсюда. Декларация указана, что вы везли груз из ангара. Не часто здесь бывают наемники вроде вас. Я просто делаю свою работу. А то я не знаю. Терморегуляторы включены. Первый корабль, который я разбил. На борт проникли. Отпусти меня! Ой, это она! Она во всем виновата! Эй! Охлади движок, грузовоз. Ты свою работу делаешь, а я свою. Ясно? Сэр? Есть, сэр. Как прикажете. Хватай его. Эй, что ты делаешь? Я ничего не сделал. Какого хрена ты пялишься? Тихо. Поздно для этого дерьма. Так, заключенные молчат, пока я к ним не обратился. Погодите, это ошибка. Меня зовут Джейкоб Ли, я не заключенный. Ты заключенный 532-521, а ко мне будешь обращаться капитан Феррис. Что? Нет, нет, я простой грузовой пилот. Нас атаковал внешний рубеж. Она, это из-за нее произошло крушение корабля, погиб мой второй пилот. Да мне все равно, приказ начальника. Явился, не запылился. Выбор. Каждый совершенный в жизни выбор привел вас сюда. В этот момент, в это место. Туда, где вам есть самое место. Чтобы выяснить то, что раньше никак не удавалось. Цель вашей бессмысленной жизни. Это начальник фирмы Коул. Вместе мы найдем вашу цель. Добро пожаловать в черную жесть. Обожаю последнюю часть. Каждый раз мурашки по коже. Приехали, подъем. Заключенные, я отдал вам приказ. Это ошибка, мне здесь не место. Слушай, знаешь, что Калиста называют мертвым спутником? Мертв. И ты был бы таким же, если бы не выудил я тебя из груды обломков после крушения.
черт. Да ты для всех сдох. Ты нужно двигаться дальше. Тебе открывается новый мир. В моем царстве. То, за что ты цепляешься, это твоя прежняя жизнь. Ее нужно отпустить. А твоя новая жизнь целиком. Вставай, мертвец! Ладно, бери ее и пошли. Мы прибыли в тюрьму «Черная жесть», исправительное учреждение УЮ. Немедленно пройдите в комнату учета. Эй, прекрати! Эй, стойте! Нет, вы должны! Заключенный 532, дефис 521. Я доктор Кейтлин Маллер, и в соответствии с статьей 4.1.2 УК вам имплантируют устройство МОРФ. Но доктор, он же не в системе, мы не знаем, выдержит ли он. Готовьте устройство. Что? Какое устройство? Вот это? Нет, черт возьми, вы же врач! Да, стойте, и я намерен исполнить свой долг. Лучше не двигайтесь, иначе будет только хуже. Да пошла ты! Доктор, остановка сердца. Инъектор. Смотреть камеру. Господи, как мы, ребята, с вами вляпались. Новый заключенный 532, 521. Ну, давайте осмотрим теперь, наверное, и нашу камеру, да? Корабль осматривали, теперь осмотрим... О, а мы такой, кстати, с вами кубик видели в самом начале, в заставке. Внимание! Всем охранникам прибыть в главный корпус. Это не учебная тревога. Сохраняйте спокойствие. Бояться нечего. Какого хрена? Что-то не так. Свобода попугаем, да? Так, что у нас здесь есть? Есть чьи-то ноги, чьи-то руки. Побег. Ну, надеюсь, у нас получится. Такой посмотрел на нас еще. Он троит там или что? Походу, да. Ладно, не будем ему мешать. Пускай он там залипает дальше. У нас тут своих еще дел хватает. Нам надо свалить отсюда. Но мы тут вообще без палева с вами уходим, походу. Все разрушено, все уничтожено. Вообще что-то наверху какой-то кавардак происходит. Все что-то бегают. Оно, в принципе, понятно. Но жесткая игра. В плане визуала, конечно, выглядит все очень-очень жестко. Полагаю, нам сюда, да? Эй, ты! Там, внизу! Да, я видел. Вижу, подожди, я тут сейчас осмотрюсь. Может, что-то найдем интересное. Иду.
Братан, что здесь за хрень творится? Не знаю, какого хрена тут творится. Мой корабль разбился, меня бросили сюда, я проснулся, и вокруг этой херни. Ну-ка, постой-ка, послушай, ты ведь тот пилот, которого сюда притащили, а? Да? Я полжизни тут провел, я знаю это место, у меня есть план, как там выбраться. Если поможешь мне выйти из камеры, я помогу тебе. По рукам? Используй это, чтобы попасть в диспетчерскую за мостиком. Оттуда ты сможешь открыть камеру. Кстати, меня зовут Элиас. Джейкоб. Не потеряй Джейкоб, может тебе жизнь спасти. И не вздумай меня бросить. Не вздумай меня бросать. Я тебя не собираюсь бросать, ты даже не волнуйся за это. Так, у нас теперь есть заточечка. У нас теперь самое главное есть, можно сказать, оружие. Очень полезное оружие. Блин, вовремя. И не говори, Джейкоб, такого бы вот прямо выдохнуть можно по полной программе. Такого бы гидравлики там задавило, вообще мало не показалось бы. Так, ладно. Судя по всему, пароход здесь у нас, да, идет? Шифтовать их можно? Да, можно. Да не будем, наверное, здесь особо задерживаться. На этом таком не самом прочном мосту, да, раздолбался. Кто-то грызут, кто-то уничтожает, кто-то бегает, за кем-то бегут, ё-моё. Полный ад какой-то здесь творится. У нас реально ключ от всех дверей, вы посмотрите, а? Обучает боевки. Сюда давай иди. Да поздно уже кричишь, поздно. Было раньше разговаривать. Или ты, или я, приятель. Господи, ты что еще за черт, а? О, иди сюда. Ну? Скотина, а какая? Лютая. Минус рука, кстати, у него. Нога и башка. Все минус у него. Вот это я понимаю. Я не знаю, что творится, но игра чертовски жесткая. Просто чертовски жесткая. Камера открыта. Вернуться к Элиасу. Давайте к нему возвращаться, действительно. Вдвоем явно будет проще выживать. Главное, чтобы он оттуда уже не свалил. Да странные очень звуки, вот здесь кто-то ходит. А, это робот, да, я понял. Ладно, не будем лишний раз ему попадаться на глаза. Джейкоб, сюда. С воротами что-то не так. Панель не реагирует. Я кое-что видел. Оно мне напало. И это было не похоже на человека. О чем ты? Я знаю, что видел. Слушай, это место может заморочить тебе голову. Но сейчас у нас есть шанс. Что бы ты ни видел, это еще одна причина отсюда убраться. Видишь ту вышку? Да. Встретимся там, я тебе расскажу план. Как? Лифт там. Езжай на следующий этаж. Я с тобой свяжусь. Ясно? Ясно. А лифт, вышка... Наша задача оказаться там, да? Да, я вижу тебя. Стоит там в конце коридора, да? Давай сюда иди, балбес. Ну! Не ожидал? Ой, не ожидал. Я не ожидал, что у тебя рук не будет больше. Отлично. Оу, это было больно. Жесть какая. Так, у нас тут еще один был, да? Прямо тебе руку, наверное, отхерачим. Не?
Не получается, понятно. Ну тогда сиди там и не высовывайся. Очень напряженная обстановка, прямо очень. Лифт вижу, да. Тюремный блок. Джейкоб, слышишь меня? Да, как? Я включил двустороннюю коммуникацию с твоим мозгом. Когда торчишь здесь так долго, как я, кое-чему учишься. Вижу, ты добрался до подъемника. Езжай вниз и найди там лифт. Это хреново. Нам надо было, да, наверх подняться. А у нас все как-то иначе пошло. Тюремный блок 15. P-150. Вообще никаких вещей здесь нет. Охренеть. Хоть что-то, чтобы мы могли взять там с чем-то взаимодействовать. Going to hell. Давай, аккуратненько. Да брось ты. Ну? Отъехал. Ну! Или я сейчас, блин, отъеду. Оу, зараза, у меня одна полосочка осталась. Охренеть. Прямо охренеть. Здесь у нас что? Патроны нарисованы? Так, восстановить. А, инъекция. Инъекция у нас... Использовать. Надо, очень надо. О, да. Не дофига, конечно, но лучше, чем ничего. Нам нужно еще. Нам нужно больше инъекций. Тоже залип, да? Подгорел малость. Мы тебя можем развалить? Не, не кликабельный. Ну и ладно, хрен с тобой. Стой здесь дальше. Элис, с лифтом какая-то проблема. Я спускаюсь, не поднимаюсь. Черт, ты на пути к одиночным камерам. Ты еще можешь добраться до смотровой вышки. Просто будет дольше. Но будь осторожен, там держат настоящих психов. Будь осторожен. Да блин, тут надо всю игру быть осторожным. Прямо как чужой, да? А здесь у нас пусто. Меня зовут Джей. Мне хочется верить, что это все сон. Один просто большой затянувшийся сон. Как будто бы акула, да? За оба бока его просто одновременно тяпнули. Джейкоб. Да он мертвый, это не он говорит. Так, преобразователь энергии. А для чего это надо штука интересная? Чтобы преобразить энергию, наверное, да? Компонент, который можно по низкой цене обменять на кредиты Калиста в принтере Reforge. Угу. Ясно, понятно. В общем, всякий какой-то хлам, который мы будем собирать и продавать. То есть здесь еще будем зарабатывать. Прикольно. Не только выживать надо, но еще и бабла поднять. Дурное меня предчувствие, если честно. Прямо ой, как дурное. Кредиты есть. Сортир весь завален чем только... Даже всем понятно, чем завален сортир, да. Нам нужны хилки. О, можно открыть? Открыть нет, но вот... Сюда пробраться самое то. Это синий сундучок. Ну, хотя можно раздолбать, надо как-то. Он подозрительно синий, да? А, во! Забрали. Здоровье X35. Шикарно. Просто шикарно. Теперь у нас полная шея здоровья. Как бы ни странно это звучало.
Что еще полезного есть? Так, значит, мы там были. Здесь у нас двери все заперты, да? Блок одиночных камер. Закрывай, закрывай, Джейкоб. Закрывай нахрен. Нифига он юркий. Ну, камеры все заперты, да, здесь? Он сюда нырнул. Надо быть аккуратным. Кредиты, кредиты, кредиты. Лучше инъекции нам давайте. Вот это наша тема. Вот это нам будет важнее, чем все эти кредиты. Мы так полагаем, мы за эти кредиты сможем что-то приобрести. Например, те же самые инъекции, да? Понятно. Здесь пусто. Пузыри. А, их раздавить можно, да? А... Что-то внутри. Черт, братан, один мой товарищ. Давно его знал. Стал этой тварью. Набросился на меня. Ты ранен? Нет, но пришлось его убить. Убить. Убить это... Что за хрень происходит? И нахрена я его раздавил, и только спрашивается. Может, думал, что-то получим. В итоге, да, получили. Не то, что планировали, да? Nice. Так, инъекция шикарная. И еще кредиты получили. Инъекция, мы всегда рады. Ой, не нравится мне этот звук. Ой, он мне не нравится. Вроде никого. Элиас. Элиас, я нашел лифт. Поднимаюсь. Хорошо, вот теперь точно есть шанс, что сработает. Сразу за изолятором есть камера для оружия. Можно неплохо прибарахлиться, но будь осторожен, охранные боты снова в строю. Угу. Боже, нет, скорее! Нет, мы не заражены. Разрешен огонь на поражение. Нет! Area secured. Зона под контролем. Переходим в медсектор. Безумие. Просто какое-то безумие. Прокрасться мимо охранных роботов. Стелс. Ну, здравствуй, Стелс. Так, полагаю, нам сюда, да? Стой, 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 стой! Элиас, а нас не смогут отследить? Все системы тюрьмы отличаются, как лифт до этого. Просто держись вне поля их зрения и сможешь прокрасться. Просто. Легко сказать, просто. Охранный бот черной жести активирован. Но мы попробуем. Интересно. Так, может, давай попробуем быстренько на ту сторону что-то перебежать, пока он здесь стоит. Если он сейчас будет обратно возвращаться, нам только хуже будет, да, с этого? All systems nominal. Давай систему на ноль. Слушайте, а может как-то подойти к нему со спины и, не знаю, шланг ему какой-нибудь перерезать? Ну, палевный чел.
даже не буду разбираться, что здесь происходит вообще. Маркер вижу. Затихаря, успейте все сделать. Давай, давай, давай. Я точка, точка, точка. Scanning for movement. Все, вроде пока нормально идем. Но чуваку не повезло. Не получилось по стелсу пройти. No activity detected. Ой. Он уходит, да? Lethal force authorized. Здесь что-то полезное для нас? Нет, походу, ничего. Медкамера. А, он вообще как-то далеко уходит уже. Коридоры, да? У него дверь открыта. Опа. Давай, 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 открывайся. Еще инъекция, шикарно. Он на нас смотрит сюда. Тут есть какие-нибудь двери или нет? Пойдем проверим. Есть. Давай, 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 Джейкоб, чуть-чуть. И побыстрее. Во. Стоит, стоит, не двигается пока. Есть несколько ящиков. Сейчас их скроем быстренько. Кредиты. Еще кредиты. А сколько у нас суммарно кредитов? 91 единица. Неплохо, неплохо. Мы богаты. Такое ощущение, что меня куда-то просто игра уводит. По-любому надо к нему идти. А здесь у нас какая-то... Фиг поймешь. Так, необходим предохранитель. Обновление статуса... А, понятно. Предохранитель, надо сказать, да? Как найдем, обязательно... Попробуем его здесь поставить. Здесь что есть? Самое что интересное, у нас фонарика нет, но мы фонариком светимся, видите? А фонаря у нас нет. Или это тот фонарик на кнопочке? Не, это не кнопочка, это болт какой-то. Мать моя женщина, что здесь вообще творится, а? Ладно, пока полутаемся. В любой непонятной ситуации лутайся, да? Здоровье, здоровье, кредиты. Слушайте, а на здоровье и так много. В принципе, я думал, оно будет как инъекция скапливаться, но нет, оно, по сути, просто тратится. Может, даже не имеет смысла брать сразу. Опа. А, это кредиты. Здесь душевые у нас. И ничего полезного. Столько хлама, абсолютно огромное количество. Там какой-то генератор, да, у нас. Но к нему не добраться. Плохое предчувствие. Вот прям плохое предчувствие. Еще кредита. Принял душ, называется, да? О-о. Да, вижу, идет один. Ну. Давай, 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 давай. Ну, немножко осталось у него. У него немножко и у нас немножко. У нас срочная инъекция. Пополни здоровье. Гад какой, а? Хрен. Вот так вот тебя просто уничтожил. Да, это жестко. Еще один. Не успел вернуться. Как, в принципе, и он.
Иди сюда. Во, да. Еще один, ты серьезно? Ну. Да я с такими темпами 10 аптечки потрачу. Это вообще законно, нет? Аптечку отдай. Нафиг твои кредиты. Хилку надо. Безумие какое-то. Просто какое-то безумие. И зачем мы сюда пришли? Просрали просто целую кучу аптечек, да? И походу в любом случае надо возвращаться. Даже предохранители не нашли. Ничего не нашли. Только потеряли. На, я вижу его. Сейчас тихонечко, аккуратненько. Боже ты мой. Так, здесь у нас заперто. О, сундук. Чуть не прошел. Засмотрелся на этот операционный стол. Эти маленькие говняки. Мало урон наносят, но наносят. Ну да, тут уже вопросов нет. А здесь что у нас находится? О! Пригодится предохранитель для ворот. Шикарно. Шикарно. Так, новая автоматическая запись. Доктор Кейтлин. Давайте посмотрим. Так, мы, получается, нашли новую запись, да? Одну единственную. Так, доктор Кейтлин Маллер прикомандирована к подразделению особых проектов «Черной жести» по распоряжению 1А. Предоставлен уровень доступа S. Никаких ограничений по перемещению. Личный охранный бот активен. Личный дневник. Доктор Кейтлин Маллер. Сегодня прибыла в «Черную жесть». Впервые встретилась с Коулом. Он дал добро на повторный запуск программы. Будет нелегко, но я верю в свою команду. Они, как и я, понимают здешние перспективы, будущие возможности. Угу. Главный врач. Остальные у нас пока неизвестны, да, товарищи? Ну, будем так записки находить, данные, и потихонечку собирать полную информацию. Что тут написано? А, понятно. Мезонин М-123. Так, полагаю, нам сюда, да? Да, охренеть здесь ад. Ё-моё, он горит. Охренеть, горящие еще на нас нападают. Ну. Просто добивай его, чтобы он даже не мог встать. Жесть, вот это жесть, я вам скажу. А здоровья больше у нас нет. А, нет, есть, походу, немножечко. За тебе спасибо. Равный размен, как говорится, был. Вроде стараюсь ничего не пропускать, но 100%, наверное, что-то пропускаю. Вот по-любому. Так нужно здоровье. Пункт досмотра. Вдвойне не нравится. Когда так моргает что-то, надо быть готовым, да? Есть плюс здоровье. Изменения. Не бойтесь изменений. Изменения помогают совершенствоваться, становиться лучшей версией себя. Изменения иногда тяжело принимать, но они необходимы. Но куда нам ползти с вами, это уже ясно.
Главное только, чтобы сейчас тут робот этот не появился, от которого мы прямо прячемся все это время. А дальше? Джейкоб, дела все хуже. Ты где? Я прошел за летом. Все еще ищу эту камеру с оружием. Ладно, ты все ближе. Но прекращай движение. У меня других вариантов нет. Надо только двигаться, двигаться и еще раз двигаться. Он полз или его тащили? Тащили. Ох, ё-моё. Ну все, хана нам, да? Ладно, погнали. Ну, отлично. Давай, давай, давай. Здоровяку минус руки дадим сейчас. Одной-то головой точно ничего не сделать. Ну, последний остался. Отлично, дальше. Нет, он не последний. Там еще сбоку у нас один стоит. Куда он убегает? Вернись ты. Так, стоп, давайте-ка я, наверное, тоже развернусь, а то как-то очень неудобно. А, он уполз. О, я думал, хана нам. Я думал, нам будет хана. Что там у тебя есть? Кредиты? Тебе они больше не пригодятся. Наверное, нет смысла подходить ближе к этим вентиляторам, к этим пропеллерам. Это у нас что-то вас затянет, размотает. Ну его нафиг. Охрана. Джейкоб, нашел что-то? Камеру с оружием уже обчистили. Осталось только это. Дубинка. Оглушающая дубинка. Ага, эти штуки прилично бьют. Она нам понадобится. Хорошо. Слушай, ты уже почти у смотровой вышки. Я пробрался внутрь. Там было пусто. Ты будешь в порядке. Ага, до встречи. Вернуться к смотровой вышке. Угу. Так, ну с оружием можно хорошо, уже лучше. Жалко, конечно, он и наше первое оружие выкинул. Думал, может быть, когда-нибудь пригодится. Блин. Ну давай на тебе проверю сразу эту фуговину новую. Ну, вроде как. По урону плюс-минус одинаково, да? Что там у тебя было? Кредиты забираем. Вот из трупов, мне кажется, только такие мелкие могут выскакивать, но их... В любом случае, наверное, надо лутать. Не, пусто. Чтоб не поднялся наверняка уже, да? Хотя они не зомби, они сразу мутируют уже. А здесь что у нас? Заперто. Плохо, плохо. Да, конечно, повторюсь, но с лутом здесь действительно беда. Здесь такое чувство вот выживания на скилле. Хотя у меня его, естественно, нет. Это, как многие, наверное, пишут, Серега, это игра не твоего жанра, где строй домики и города. Это понятно все. Но вот хочется поиграть. Давно ее ждал, давно хотел. Теперь появилась возможность. Хотя я знаю, да, она уже давно вышла, ее многие все прошли. Многие все, ну вы поняли, да. Но ничего, я не прошел. Кстати, а мне даже интересно, вы проходили на Ютубе или сами эту игру? Если нет, то поставьте плюсик. Мне просто интересно, сколько людей смотрит прохождение и видит игру впервые. Так. Давайте, наверное, немножечко будем ускоряться здесь. Это самые классные ящики. Они еще так подсвечиваются зелененькими лампочками, да? Прямо манят, напоминают о том, что сюда обязательно зайди, обязательно здесь что-нибудь возьми. Ползают гады. Ну давайте. Вижу. Черт, не успел вернуться. Д.
ДЭшку осталось, ну. Отлично. Башню мы раскрои. Оу! Вообще не ожидал этого. Со спины откуда-то вылез, да, гад? Так, стоп, 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 стоп. Это дело пахнет керосином. Прямо очень пахнет керосином. Надо захилиться. У нас есть еще хилки или нет? У нас с вами хилок, походу, больше нет, да. Это плохо, это плохо. Кредиты. Там он еще один ползает, вижу. А может, туда не пойдем? Ну-ка. Тоже уже никак не пойдет. Знамя бежит, нет? Понятно. Хочешь, не хочешь, нам надо туда, да? Никаких других вариантов нет. Он просто загрызает снизу чувака. А там у нас одно тело еще ползает. Вон оно, прямо напротив. Надо его идеально отработать, иначе мы отъедем. Давай, иди сюда. Я ждал этот момент, как ты будешь перелезать. Я ждал этот момент. Чтоб пока он тут перепрыгивает, можно было его дрюкнуть. Так, камера, да? Личные данные. Значит, Элис Портер. Заключенные 2287. Пожизненно без возможности освобождения. Нарушение режима не зафиксировано. Доступ к работам уровня 3, включая сектор переработки отходов. Примечание. На устройстве МОР заключенного обнаружено несанкционированное изменение объема памяти. Этот новый начальник тюрьмы. Я не могу его понять. За несколько месяцев черной жести изменилось больше, чем за несколько десятилетий. Хотя, может, происходящее. Это, наконец, мой шанс. Нужно быть наготове. Да, наготове надо быть 100%. Мы наготове. Готовы встретить всех и вся. Но новое оружие у нас неплохое. Прям очень неплохое. А до сих пор там так что и сидит. Ага, здесь на ворота открылись, да? Давай, Джейкоб, я в тебя верю. Приехали так быстро, ё-моё. Их слишком много. Нет, 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 понял, понял, хорошо, высла расчет 9. Сэр, расчета 9 больше нет. Держать тогда позицию. Невозможно, отступаем. Тогда к бою все боевые подразделения. Разрешаю свободное ведение огня. Повторяю, огонь разрешен. Есть, сэр, сэр, но, сэр, это приказ. Убивать все, что шевелится. Давай, 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 давай. Ты... Как ты, мать твою, сюда попал? Ты думаешь, у меня время в огне? Ладно, ладно. Посмотрим, правильно ли я понял. Ты... Ты сюда попал, и все это место накрылось. Так, 5-2-1. У меня, смотри, когда я с тобой общаюсь. Что ты натворил, а? Расскажи. Ты не такой, как все. Особенный. Зачем, начальник, оставлять тебя в живых? Я говорил тебе. Это мое царство. Да, оно твое. Умно. Джейкоб красавчик, просто красавелла. Обыграл его. Без боя. Элис, все, конец пути. Капитану Форрису тоже конец. В смысле? Он был там, и эти твари убили его.
А ты крепче, чем я думал. Просто иди дальше. Я нашел безопасное место. Что там по данным? Значит, у него идет капитан Леон Феррис. Бывший военный спецназа УЮК и сотрудник службы охраны станции Европа. Множество дисциплинарных взысканий. Переведен из правительную колонию УЮК в тюрьму «Черная жесть». Многочисленные отметки об отличии. Повышен до капитана 01.06.2308 года начальником Нортоном. Дальнейшее продвижение по службе отложено до назначения нового начальника тюрьмы. Отреагировали на крушение судна у шлюзового КПП. Местность оцеплена по распоряжению начальника. Доступ разрешен лишь команде Маллер. Не думал, что буду тосковать по старой начальнице. Но она хотя бы строго следовала уставу. Угу. Так, еще данных с вами нашли. А, здесь доска прямо всех заключенных. Кто погиб, у кого какой там пульс, кто где, походу, да? У тебя есть что-нибудь, товарищ? Не, к сожалению, да? Ладно, я думаю тогда, ребятки, давайте на этом моменте я с вами попрощаюсь. Вот такая у нас получилась вводная серия по поводу прохождения. Мне кажется, 100% надо его сделать полностью. Надеюсь, меня поддержите лайками, комментариями. Ну и до новых встреч всем. Пока. Обнял, поднял.